Друзья, подписчики, гости канала, приветствую вас. Продолжаем стройку бани. Дождь у нас опять лил всю ночь. Подготовил я 12-13 ряд. Осталось только засверлить. Сделал сразу два ряда. Анатолий сейчас сделает временные леса, чтобы нам было удобнее укладывать джут и сами бревна. Вот так вот выглядит два ряда. Куча заготовок. На все подписал. Анатолий сделал временные леса, но еще не доел. Осталось маленько досочек доложить и все. Вот так вот выглядит временные леса. И вот два ряда полностью уже подготовлены. Все засверлил. Сейчас будем укладывать. Погода у нас отличная, моросит дождик, да, сколько там у нас, плюс 9, 10 июня, 9 градусов жары, так вот наша стройка идет, брус потихоньку кончается, сейчас лесами будет поудобнее уже. Строим дальше. Джут Анатолий почти смонтировал. Закинул я бревна. Вот так вот мы закидываем. И уже будем укладывать. Осталось у нас всего три ряда. Два готовых, запиленных, просверленных. Осталось только положить. И останется уже у нас 14 ряд. Перевязка. Банька постепенно растет. Уже высоко стало. Уже выше забора. Ну, все, сейчас начнем укладку. Вложили 12 ряд. Вот два бревна длинных. У нас получается будут выпуски. Они у нас подлиннее, 5900. На предбанничек небольшой. 12 рядов уложили. Сейчас края джутом раскатаем. И уже будем укладывать 13 ряд. Друзья, собрали мы 13 ряд. Срубик наш стал высокий уже. Сделали выпуска. Сейчас будем ставить опоры. И собирать уже перевязку 14 рядом. Так выглядит снаружи. Сейчас будем ставить столбы опорные по углам. Установили подпорные стойки на винтах. Поставили вниз, чтобы было удобнее регулировать, не скакать постоянно вверх. Вверх у нас наш контакт. Не стали делать никакие уголки, они там не нужны. Там стоит шкант. Нагель, вернее. Здесь засверлено. И вставлен нагель. Вот он спокойно вращается. Все подвижное. Покажу общую картинку. Ага. Сейчас будем перевязку делать 14 рядом. Бревна уже подготовлены, поструганы. Сейчас сделаем заготовки, покажу уже готовые заготовки. Друзья, дошли мы до перевязки. Начали перевязку.
Здесь у нас будет опорный брусок, он будет идти цельный, без запилов. Сейчас покажу сверху. Вот так все это выглядит сверху. Здесь на стяжку запилили мы в лапу. В пол бревна будет стоять бревно и также шкантиться длинным шкантом. Будем скреплять. Это уже получается у нас крайний венец. Осталось совсем немного. Так что сегодня сборку стен мы закончим. Ну все, сейчас соберем остатки, покажу вам. Как крепить эту балку, блин. Все, друзья, стройку закончили. Практически. Все собрано без уголков, все на шкантах, на гелях. Сейчас покажу снутри. Вот так выглядит строение сверху. Вся перевязка у нас на шкантах. Ну все, друзья. Благодарю за внимание. Надеюсь, видео полезное. До новых встреч!